давай так стоять. Ничего, плюнь тебе на воротник. Офицер, вы держите руки в карман. Ну, а что ты? А? Вот. Вот этого не надо делать. Тихо, Саш, не распускай, Саша. Вот это не надо делать. Ты еще въебутый, блядь, башка отлетит, нахуй, дурак. Я мастер спорта, блядь. Ну, хорошо, я рад. Таких, как ты, нахуй, просто загибаю, блядь. Ну, я рад. Не смей так со мной разговаривать. Офицер, блядь, а вы руки в карманах держите. Ты хуйло. Я тебе говорю, ты хуйло. А вот за оскорбление можно... Что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь? Ну, давай. Я никого... Давай. Солдат никого не бью никогда. Руки из кармана вытащите. Сейчас зеркало видел, фуцер? Вижу. Ну, видел. У меня к тебе теперь такое отношение. Ты стоишь, руки в карманах. Офицер, руки в карманах, блядь. Я должен, блядь, кого-то бить. Ну, ты пошел отсюда нахуй, раз тут никому ничего не дохнет. Вот вы сейчас зачем так говорите? Затем, что я выражаю мнение коллектива. И если я не прав, коллектив мне скажет. А коллектив считает, что я выражаю их мнение. И я прав. Более чем. Я прав, более чем. То, что вас не полностью обеспечили, это не означает, что... Какое ваше отношение? Та же к вам и относимся. Что вы можете передо мной стоять вот так, ёпта. Я так и не стою. Серьезно? Нет. Ты что, блядь? Ты что, глаза ебешь, быть задутый? Я с вами, я с вами. Я как считаю нужным, после того, как вот я все видел, как считаю нужным, так и буду с тобой разговаривать. Понял? Но это неправильное решение. Да ладно. Неправильное решение. Поверь, неправильно. Вот за время, сколько я здесь был, я со столькими солдатами переговорил и пытался вас душу уложить. А вы сейчас не просто приедете. Зачем? У нас душа на месте. Хуй вы на нас положили, а не душу уложили. Тебе с нами-то не служите, в окопах не сиди. Вы на нас рассказываешь о чем-то. Мы завтра уйдем, вы про нас забудете. Не несите чушь, блядь. Откровенную хуйню.